Всем привет! И с вами канал Ontario 365. И это видео снято специально для канала Heavy Metal Gym. И сегодня мы с вами приготовим необычный салат. И для этого нам понадобится тунец, консервированный в собственном соку, одна банка, также 40 грамм черемши, 60 грамм салата фризе, 2 помидора, 1 авокадо, 1 огурец, 60 грамм фасоли, которую мы еще не варили, также 1 луковица, ну и для заправки нам понадобится 1 столовая ложка виноградного уксуса, 3 столовые ложки оливкового масла и 1 чайная ложка горчицы, ну и соль, перец по вкусу. И самое первое, это мы разрежем авокадо пополам, достанем оттуда косточку, вымем все самое необходимое и нарежем все это на квадратики. И сразу же его отправляем в салатницу. После чего я также нарезаю лук на квадратики. Также его отправляю в салатницу. А теперь мы нарезаем наш огурец. Такой салатик отлично подойдет вам на обед. Получается действительно очень насыщенный, вкусный и питательный. Обязательно попробуйте его приготовить. А еще я нарезаю помидор на дольки, но их я еще тоже разрежу, потому что они будут слишком уж крупные для такого салата. А сейчас я вас, как и всегда, хочу позвать к себе на канал Ontario 365, где вы сможете найти много других полезных рецептов. А также у меня недавно вышло видео про белок. Возможно, вы узнаете оттуда что-то новое, может быть, что-то повторите, то, что уже забылось. Ну, в общем, приглашаю всех, жду вас там! А теперь я нарезаю черемшу, она преобладает таким чесночным вкусом и дает пикантность этому блюду, но это на любителя. После чего я рву салат руками и отправляю к остальным ингредиентам. Калорийность этого блюда будет под видео, а также ссылка на мой канал также будет внизу. Также я отправляю туда фасоль, которая изначально была 60 грамм, но сейчас я, конечно же, больше и думаю, как варить ее, вам показывать не надо.
Затем один зубчик чеснока мы пропускаем через пресс. К нему отправляем 3 столовые ложки оливкового масла. Также 1 столовую ложку виноградного уксуса и 1 чайную ложку горчицы, но можно и без нее. Все это хорошо перемешиваем. И отправляем наш салат, после чего его еще хорошо вымешиваем. А затем 2 варианта. Можно тунец выложить сверху как для украшения и для подачи. А можно его просто добавить и все это еще раз перемешать. Если вам понравился этот рецепт и вы хотите смотреть еще больше таких рецептов, то обязательно оставляйте под ним лайки и пишите свои комментарии. А еще для украшения я использовала кунжут. Отлично сочетается. Вот такая миска у нас по итогу получилась с полезным и сытным салатом. Ну а я с вами прощаюсь, до новых встреч, пока-пока!